наркологию, потому что может быть, что она пьяная. Но не факт. От нее хороший запах идет. Там может и быть это самое. Да, что-то там. А у меня сразу, когда вышла. Нет, она не хочет, потому что ее фотографируют, она не хочет ее фотографировать. Ну это девушка, был бы мужик, а? Ну кто, тут людей куча. Давай, короче, приезжай сюда, я не знаю, пьяная она или нет. Я так не могу определить. А. Потому что ее фотографируют со всех сторон. Какая разница, но я же не буду ее вытаскивать. Что? Ну это квас. Какие вопросы задавать? Она без документов, документы на рыбной, дома никого нет. Возьмешь ее, поедешь на рыбную, возьмешь документы, заодно все посидишь в ней машине, узнаешь, пьяная она или нет. Артема. Ну да. Артема и проспект Октябрьский. Давай. Все, не переживайте. Мы вдвоем с Honda, я, Mazda и Honda двигались прямо по проспекту на зеленый свет. В правом ряду на да, я, значит, сидел за пассажирским сиденьем. Мы тронулись, уже доезжаем, я вижу, идет машина на хорошей скорости. И снижает скорость. То есть ей красный вид, вижу, снижает скорость, значит, будет останавливаться. Ну, и потом она резко жмет на газ и увеличивает скорость. В их машинах пострадал кто-то? Нет, только там у них. Вот. Ну, у них там тоже вроде все нормально. Она именно надавила на гашетку, именно на проскочить. Скорость юзом так начала, и меня снесла, развернула. И все живы и здоровы? Да, все живы и здоровы, все в порядке. Сильно побитые, че так. Главное, что живы и здоровы, сильно. Что,